дорогая моя семья. Папа, то есть я, решил бросить курить. Но вы знаете, то есть пойти, так сказать, по дороге здоровья, долголетия, молодости там, туды-суды. Причем сам. Ну, не совсем сам. Мы-то знаем, что это комбат сказал тебе, что если ты не бросишь курить, то он тебя не назначит начальником склада горюче-смазочных материалов. А это, как ты говорил, все равно, что свою нефтяную вышку получить, да? Причем без военного вмешательства. Внимание! Последнее, так сказать, историческая затяжка. А где барабаны, а? Ура! Все, бросил. Черт, уже курить хочу. Нервы, сейчас рубашку на себя рвать начну. Да. Только бы, думаю, Жор не напал бы, а? Васенька, голубчик, ты бы хоть присел. Что ж ты все ешь-то стоя? Как мерин какой-то. Во-первых, не надо. Стоя оно больше входит, лучше усваивается. Потом сел-встал. Это не на сколько сил тратится, да? Сил! А мне силы не на час. Ох, как нужны. Я работаю без перекуров. Зачем это пахнет, а? Так подванивает здесь чем-то, а? Нина, ты опять мою беленькую портяночку после стирки какой-то гадостью проложила. Значит, не какой-то там гадостью, да? А польской ванилью. Ой, Нина, вот дура она и есть дура. В прошлый раз-то ее турецким жасмином, да, напрыскала. Я в казарму вошел, а все чуть не померли. Думали, газовая атака. Если ты просто-напросто хочешь покурить, так кури. И не надо срывать на мне свое раздражение по этому поводу. Кто это хочет покурить, а? Это я хочу покурить, да? Я в ухо, да? Здесь упадешь прямо под стол, Ой, мамочки, как я испугалась, как смешно. Да ты двух шагов без одышки теперь уже не сделаешь. Что? Я не сделаю. Не сделаешь. Я не на... Сделаю два шага без одышки. Если хочешь знать, я могу Тайсона, да, на бой вызвать. А ну-ка вызови. Покажи, какой это герой. Нет, Тайсон. Я тебя давно не бил, Нина. Red Corner. Вася Зада. Blue Corner. Нина Задова. Ой-ой, какой сильный герой. Ой, как страшно. Ой. А теперь смотри внимательно на этот палец. The champion of the world. Нина Задова! Вася, тебе плохо? Вася? Господи. Ай, Нина, без резких движений. Сейчас. Можно? О, прошу прощения. Я вижу, у вас все еще медовый месяц. У нас в семье, прямо скажем, по-другому. Товарищ комбат, мы тут, значит, пока благую весть-то ждали, решили время зря не терять. Дело молодое, эта энергетика-то бродит по организму. Давай-ка это на кухню, там еще ведро картошки осталось и 12 лапок курячих. Вы, товарищ комбат, милости просим к нашему скромному столику. А, ну, вот разошла. Слава Богу, так сказать, можно и поесть, наконец-то, и события отметить, да. Я говорю, да, ведь приказ-то о моем назначении на должность начальника ГСМ
склада. Подписан, а? Никак нет. Как это нет? То, что ты, Василий, бросил курить, это хорошо. Бросил? Но то, что ты спортивные офицерские нормы не смог выполнить, генералу сиськи не понравилось. Зачем, говорит, нам такой начальник горюче-смазочных материалов, который не может даже от полу отжаться? Логично? Вы меня спрашиваете? Логично, да. Еще как логично, слов нет. Но это не про меня. Я-то отжимаюсь. О! Я отжиматься начал раньше, чем ходить. Да, научился. Вот считайте. Через 25 минут собьетесь со счета. Считайте. Я могу. Знаешь, что Василий, говорит мне генерал Сиська, каждый раз, когда его прямо и смело спрашиваю в лицо, почему я спрашиваю его, у вас такая прекрасная физическая форма, товарищ генерал? Что? А поменьше, говорит, кекса, побольше секса. Месяц тебе сроку, чтобы прийти в нормальную физическую форму, иначе не видать тебе должности начальника горюче-смазочного склада. Как того самого места, которое ты сейчас не видишь из-за своего живота. Дина! Да, товарищ комбат велел заняться нам этим сейчас. Как это раньше-то я умел, ведь умел раньше-то. Так, не достаю. Ой, Васенька, миленький, раньше у тебя просто... Вот, Стань, я покажу тебе. Арбузик был поменьше, а хвостик был побольше. Ой, Нина, с юмором-то у меня, за что я люблю, да? Я ухожу от тебя, Вася. Это куда это и на чем это, а? Я к маме на трамвай. Ну, ты видишь, какой ты стал рыхлый, толстый, с тобой просто неприятно женщине находиться. Вот войдешь снова в форму, а вернусь. Нина, стой, я давно хотел тебе сказать, значит, ты готовился, а если не войду, а? Значит, не вернусь. Пока. Ну и давай! Давай, катись колбаской! Есть люди, которые любят меня с маленьким хвостиком! С большим животом. Я стал в последнее время беспокоиться, что у меня пупок развяжется. Ну что, может, еще раз попробуем, а? Чего пробовать? 10 раз уже пробовали, и толку никакого. Может, мы что-то не так делаем, а? Ну что мы не так делаем? Я все делаю, как всегда. Коленкой я тебя трогала? Трогал. Груди напирала? Не помню, наверное, напирала. Ути-пути на ухо шептала? Шептала. Ну и все. А ты попробуй мне шепнуть. Ути Путин. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас посадили? Я бы не сказал никому. Понял. Я встала на свои места. Ты постарела. Ты разжирела. Ты меня не возбуждаешь. Моей вины здесь нет. Я жирная! Ты на себя посмотри! Разжирел прям как корова! Какой у тебя уже блядь? Брюки ни одни не застегиваются на тебя, как парашюты! Да иди ты отсюда, засранец! Обжора, жиртрес! Ищи себе молоденьких и худеньких! Подонок! Суперсредство, супер похудоин. О, примите супер таблетку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! После еды. Похудеть за час. Два. Я за час. Так похудею. Да, за час. Похудею начальником склада. ГСМ стал, да.
и ниндзя спорты. Как? Да, доллары серебряные из них посыпятся. Все-таки дураки те, кто иголочками пренебрегает, таблетками лечится. И йога, и иглоукалывание. О, о, чувствую, вес в минус пошел. Теперь закиньте обе ноги за шею. Кому? Закиньте обе ноги себе за шею. Обе ноги себе за шею. Как же это так? Вот так вот. Ждите. Типа это. Это типа помогите, а? Типа помогите, пожалуйста. Я сейчас по палатке. Помогите! Если вы немного пополнили, просто расслабьтесь и отдыхайте. О, как наш чудо-пояс для похудания все сделает за вас. Нажмите. Нина! Нина, помоги! Одина-то уехала к маме. Кому нужны жирные толстяки? Никому. Они неудачники. Эй! Посмотрите на меня, каким я был до того, как попал в клинику доктора Толстопузова. А вот каким я стал. Не жалейте денег на красоту. Продайте ненужную квартиру или машину и начните новую жизнь. Квартира или машина? Машина. Вот, Дед Асмяч, значит, вот она машина. Прочная! Ой, прочная! Запорожец? Запорожец. Иномарка, да. Желтого цвета? Желтого. Зеленым. Да, вот. Гордость моя. Граффити называется. Граффити, да. А я слышал, на такой машине можно и в лес, и по грибы, и по городу, да? Смешной ты человек, Петр Семенович. Я на ней думал, значит, через Кингисепп. Через Кингисепп? Да. В Юрмалу рвануть, да. В Юрмалу? Без дозаправки, ага. Без дозаправки? Да. Бензина почти не ест, вот так вот. А сколько она стоит? А сколько есть, а? Ну, вот мы сняли с книжки все накопления, $1000. Тебе, Петр Семенович, крупно повезло. Ты как в воду глядел, она вот ровно столько и стоит. Только сегодня. Скидки, большие скидки. Может, кто-то больше даст, а? С другой стороны, Зиночка просила на эти деньги дачу купить. Да, Петр Семенович, зачем же тебе дача, если у тебя есть собака? Да, корова, да, машина. Ты ей скажи про машину-то Зиночке. Она, ух, порадуется. На тебе ключики, да. Вот. Так это теперь моя машина? Да, Петр Семенович. И щеточку. Щеточка тоже будет? Бесплатно, забирай. Я пойду Зиночку обрадую с покупкой. Давай, я пока с машиной попрощаюсь. Слезу пущу. Зиночка сейчас обрадуется. Зиночка, у меня сюрприз. Я на все наши деньги за Запорожье купила. Здорово. И чтобы глаза мои, Петя, тебя не видели. Прости, Господи, душу мою грешную. Я ж для благого дела
старался. Вот то, что я ем при вас, с аппетитом, это уже и есть часть моей методы. Это понятно, товарищ доктор. Когда я похудею, пока-то жрать хочется. Я носок свой съел уже. Есть два варианта. Твердый и мягкий. Твердый метод – это метод, так сказать, хирургического отсасывания. Ну, когда у вас отсасывает целая группа хирургов. И второй метод. Метод мягкий. Он дезоперабельный, но дня на два, на три побольше. Лучше, конечно, безоперабельный, мягонький, да. Я потому что с детства уколов боюсь. Мне когда гланды резали, я их проглотил от страха. Тогда вам надо посетить группу психологической реабилитации толстяков-суицидников. Да. А, спасибо большое, я пойду. Откройте, пожалуйста. Я же свободный человек, свободный страны. И тогда я сделал это со своей мамой, папой, дедушкой и бабушкой, собачкой нашей Жучкой, кошкой и даже с хомячком. Спасибо. Я кончил. Вы на пути к выздоровлению. А теперь очередь нашего нового друга. Мы ведь не называем наших больных жирными уродами. Мы называем их друзьями. Ну, расскажите-ка нам, как вы стали жирным уродом. Да, да. Наверняка у вас были отклонения, и вы с детства подвергались сексуальной агрессии со стороны своего отца. Да, да, да. В смысле? Папа вас тук-тук, а? Вожделели свою маму, ну, хотели ее как женщину. Расскажите нам об этом. Не понял я. Чего вы про папу с мамой сказали-то? Я гипотетически прошу. В этом смысле. Сейчас я вам объясню. Подойду поближе только. Не имеете права, вы откройте меня, я ж там немножко только побудил, да? Ай-яй-яй. Просто ай-я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 й. Чего это вы так ругаетесь-то? Вы, голубчик, не оставляете мне другого выхода, как удалить ваш жир операбельным путем, да? Спасибо. Я... Куда же я пойду, да? Но то, что вы устроили в 48-м кабинете, это просто ай-яй-яй. Я ведь раньше так никогда не ругался. Никогда. Скоты. Товарищ пропущик! Товарищ пропущик! Чего? Это я. Помните, которая с мамой, с папой и даже с хомячком противоестественным способом. Полосочки худят. Что тебе надо, урода? Не мне надо. Это вам надо. Вам надо бежать, спотываться отсюда. Вы думаете, эти врачи будут у вас жир отсасывать? А что? Они вам все отрежут. Все органы на продажу отрежут. Вот, смотрите, мне уже все отрезали. Печень, почки, легкие, все. Они меня держат здесь. Для опытов и для потехи. Как же я убегу-то здесь? Кладка вон какая прочная, я ее не расцарапаю. Я уже слышу их шаги. Они идут сюда. Бегите скорее. Я буду держать дверь, а вы лезьте через решетку. Лезьте через решетку. Легко сказать. Лезьте через решетку. Это раньше-то я мог, а сейчас хрена два. Come on.
Поздравляю, вы похудели. В этом и заключался мой уникальный метод. Пациент худеет благодаря потрясающему нервному внезапному стрессу. Кстати, познакомьтесь, мой ассистент Бездарь, Андрей Марков. Для вас просто Андрей. Что ж вы, родники, делаете-то? Я живой человек, а? Что ж вы-то? Жжет, доктор, жжет. Вы не волнуйтесь. Седину мы вам закрасим, а сердце у нас лечит. На четвертом этаже уникальные хирурги. Тьфу ты! Похудел уже. А я думал, что успею предупредить. Василий, меняется твое похудение и не курение. Как ты? Че это, а? Просто оказывается, должность начальника ГСМ офицерская и очень выгодная. Я ее решил себе забрать. Извини. Врешь, комбат. Я начальник склада ГСМ. Стоять! Смирно! Стоять! Да, это частое отклонение голову. Мы лечим на пятом этаже. Замечательные хирурги. И двери замурованы.